Джон Шоу. Лояльный клиент. Как превратить разгневанного покупателя в довольного за одну минуту. Советы по предоставлению компенсации. Первый. Действуйте быстро. Второй. Берите на себя ответственность. Третий. Пользуйтесь полномочиями. Четвертый. Предоставляйте компенсацию. Итак, действуйте быстро. Компенсация должна осуществляться теми, кто непосредственно общается с клиентами. Не позволяйте проблемам и жалобам подниматься вверх по цепи полномочий. Берите на себя ответственность. Возьмите ответственность за проблему на себя, независимо от того, кто виноват. Принесите искренние извинения. Не сваливайте вину на других. Поблагодарите клиента за то, что он указал вам на проблему. Не пытайтесь оправдываться или лгать, чтобы скрыть ошибку. Не ссылайтесь на неправильное понимание со стороны клиента. Не перекладывайте вину на другого сотрудника или компанию в целом. Пользуйтесь полномочиями. Предоставьте сотрудникам, которые работают с клиентами, необходимые полномочия для того, чтобы они могли делать все для обеспечения удовлетворенности и лояльности клиентов. Полномочия – основа эффективной компенсации. Не уставайте повторять клиентам, что для вас они самые главные. Полномочия, которыми нельзя воспользоваться из-за тех или иных корпоративных правил – это не полномочия. Компенсируйте. Дайте клиенту что-нибудь ценное. У каждой компании есть что-либо ценное, что она может подарить столкнувшемуся с проблемой клиенту. Что из того, что производит, продает или предоставляет как услугу ваша компания, обходится вам дешевле, чем воспринимается клиентами? Благодаря умелой компенсации можно превратить разгневанного клиента в лояльного за 60 секунд и даже быстрее.